Почти год прошел с того момента, как ключи от новенького ФАПа были переданы фельдшеру хутора Новоисправнинский. За это время Рашид Лайпанов успел привыкнуть к новому рабочему месту, добросовестно выставив две последние волны пандемии. Несмотря на рабочую рутину, радость от нового здания до сих пор не угасает. Тут и комнаты высокие, тепло, отопление хорошее. Я же говорю, воды там у нас не было, у нас ведрами таскали. А здесь в каждом кабинете вода стоит. Бойлер стоит теплая, горячая и холодная есть. Руки в любой момент пошел, помыл. Прям за воду хорошо. Свет очень яркий, хороший. Прослушать, просмотреть можно дневной свет. Я лет 30 работаю, это прям самое хорошее время. Жители хутора, не скрывая эмоций, делятся впечатлениями от нового ФАПа. И их можно понять. Это ближайшее место, где они могут получить качественную медицинскую помощь. Поэтому все с нетерпением наблюдали за каждым этапом строительства. Люди еще и до этого, пока привозили оборудование, мы же здесь были, люди заходили, люди радовались тому, что тепло, какая красота. В первый день, когда мы открылись, у нас было много бабушки особенно, они приходили, как тепленько, как хорошо, им это очень нравилось. Именно на уровне первичного звена здравоохранения начинают обследование и заканчивают лечение около 80% всех пациентов. Строительство этого ФАПа и десяток других по всей республике – результат национального проекта здравоохранения, который даст всем сельским жителям прямой доступ к качественной медицинской помощи. Радмир Хасанов, Назир Капышев, Архыз 24.